Сумка для спинки сиденья Audi. Объем сумки около 11 литров. Надежно крепится к подголовнику с помощью такой вот системы на липучках. Сюда не буду я распечатывать, и так, в принципе, поймете полностью. Сумка в виде бокса. Это крючок, который помогает закрепиться в нижней части сиденья переднего, чтобы не болталось. Я заранее расстегнул. Одной рукой неудобно. Сама инструкция. Внутри сумка. Это нижняя часть. Два карманчика с сеточкой. Эта секция отделяется. Все на липучках. Вот и сам ремешок, который вытягивается и в нижней части переднего сиденья. Со стороны заднего пассажира крепится внизу, чтобы не болталось при езде. Верхняя часть сумки. Как бы в виде подстаканников. Три секции. Максимальная нагрузка 1,5 килограмма, как пишется в инструкции. Тоже все на липучках, все удобно, можно разные вещи, бутылки засовывать. Тут тоже карманчик как бы можно отодвинуть. Резинки специальные, которые позволяют играться с размером. Ну, и везде тут ограничение 1,5 килограмма. Естественно, кольца Audi на самой сумке, на замочках. Замки и молнии качественные. Естественно, ручка для пользования вне машины. В общем, довольно-таки интересный продукт.